Друзья, всем привет! Смотрите, какая красота! Мы на рассвете. Всем привет! Сегодня будем ловить сама на печень на глубине 25 метров. Вот такой у нас сегодня план на утро. Короче, едем за рыбой. Есть? Нет? Хорошая поклевка. Они вон ему орут, сюда подходи что-то. Чего орут? Типа сюда подходи. А, дерево поймали. Дерево? Да. Вот, ровно, видишь? А. Ветки. Я уже думал, рыба какая-то огромная. Ты так тащишь, там как будто килограмм 10. Может и больше. Давай, давай, это снимаем. Может, это не он? Он. Забагрил, что ли? Как он обмотался? Смотри, в пиявках. Ага. Видишь? Да. Вся голова. Почему так? Лежит, все, не двигается. На зиму. Ну, жрать хочет, да?
Ну иногда, да. Но он глубоко заглотил, да? Этот съел капитально. Так, давай мешочек. А сейчас у нас спасательная операция. Вон там песик не может подняться. Крутой берег, сейчас мы ему поможем. Вон, видите, пес. Да он вообще, он не может забраться. Иди сюда. Давай, давай, не бойся. Иди сюда. Давай, давай. Давай, перепрыгни сюда. Ты чё, иди сюда. Ты же видишь, нету выхода у тебя. Давай, давай, прыгай. Как за ним? Сходить, что ли? Ты где ему обойти? С той стороны можешь подойти? Ты боком хочешь, что ли? Иди сюда! Давай, 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 давай. Ну не бойся, не бойся. Давай, запрыгивай. Иди сюда, иди сюда. Заходи. Есть у тебя еда какая-нибудь? Поманить его, что ли? Конечно. Тебя кто тут спасет? Не запрыгнешь обратно. Ага, а сосиски? Иди сюда. Короче, спасаем вот такого друга. Иди сюда. Не может вылезти. На. Видит, какой берег. На еще одну. Давай мы вот так положим. Давай, заходи. Давай, давай, да, иди сюда. Ты же видишь, что выхода нет. Давай, заходи. Не бойся, не бойся, не бойся. Но... Может его руками взять, а? Цап. Уйди, ну води, что... води, садись. Заходи к нам. Заходи. Как тебя зовут-то? Ну. Балбес, давай, поехали. Высадим тебя на берег сейчас. Все равно не можешь вон залезть. Такой берег. Пойму я, как он попал. Упал, наверное. Он, наверное, упал. Но, видишь, упал. Он мокрый. Давай, давай, давай. Ну не бойся, что ты боишься? Мы бы уже тебя побили, если бы хотели. Что с тобой делать? Ну, заходи сюда, заходи, заходи, заходи сюда. Не бойся, не бойся. Ну что ты боишься? Кого ты боишься? Съел. Съел? Давай. Я сейчас оставлю тебя здесь. Ну что, тебя на лодку вести или здесь закинул? Сейчас как полетит там наверх. Ты уже кайфуешь, я смотрю. Ну, давай его в лодку, наверное. Запрыгивай. Так, если ты кинешься, я не буду с тобой дружить. Давай не будем только кидаться. Хорошо? Мы тебя просто сейчас отвезем на берег. Что, все нормально? Ты не злишься? Поедем? Поехали. Поехали, поехали, поехали. Давай. Не бойся. Да не садись, бойся, садись, не садись. Бойся. Он боится. Ну чё ты? Тебе надо его на руках сюда внести, а то он, наверное, это... Иди сюда.
мы же с тобой уже дружим. Ну пойдем. Пойдем? По-нормальному. Я тебя на базе у нас не видел. Может, с этого. С Белого берега. Что за Белый берег? А вот мы проезжали сейчас базу. Так, я отталкиваю на тот, он сейчас выскочит сразу. Вот, смотрите, кого спасли. Ну не бойся, не бойся, что ты, песик. Короче, спасли, пёсили. Ребята, а еще, кстати, на базе Экопорт есть свой собственный пруд. Не только река Волга под боком, но и вот такой пруд. Вот он так выглядит. Тут, говорят, есть чихонь, есть лещ, карась, сазан. Все, в общем, есть. И хищник тоже есть. Вот решил попробовать вот такую вот прикормку. Дунаев. Плотва там написано. Ну, как раз для таких белых рыб это подойдет. Ну, вот сейчас попробую порыбачить. До обеда буквально часик-полтора. Сегодня мы вечером пробуем поймать судака на живца. Живец свежий, сегодняшний. Да, свежее, только в воде прям. Пробуем. Пока безуспешно, но ждем закатного судака, выхода. Ну, вон уже солнышко где. Сегодня с утра у нас было два сомика небольших. Три. Ну, третьего мы отпустили, да. И вот. Пяток поклевок. А сейчас ждем судака. Это была щука. Почему так думаешь? Потому что оборвала. Да. Было, да? По-моему, да. Да, мне кажется, я рано тоже дернул. Что-то сейчас легче пошло, но вообще там, по-моему, кто-то был. Сошел, да? Или к нам идет? Не знаю. Нет, что-то вроде есть. Или нет? Вот такой мелкий. Так уже веселее было хотя бы, да? У тебя? Да. Жду. Есть? Небольшой, да. Этот же самый, наверное. Этот же навряд ли.
Вот, смотрите. Пускаем. Давай. И немало их. Было? Угу. Рано отдернул. Сейчас уже холодно, летом попугаи с Испании, с Африки зимуют. Ну вот, не зимуют, как они здесь, летом. Прилетают, да? Да. Рыба рыбой, но процесс съемки останавливать нельзя, да? Это уже что-то поинтересней. С удачей. Такой это у нас четвертый или третий, да? Но который уже побольше. Уже покрупнее, да, идем уже на получше. Увеличение. Кидай!